Я приветствую вас в медитации «Мир, единство и любовь». Каждое слово — это энергия. Каждая мысль — это тоже энергия. Энергия может исцелять, преображать и создавать. Сначала возникает мысль, потом она воплощается в реальность. Своими мыслями люди создают целые миры. Осознайте силу слова и силу энергии, которая внутри вас и внутри каждого человека на планете Земля. А также осознайте вселенскую, космическую и земную энергии, которые, соединяясь, создают жизнь. Каждый из вас является проявлением этой жизни. Вы являетесь энергией. Ваше тело — это энергия, ваши мысли — это энергия, и ваши чувства — это энергия. Каждый человек способен влиять на мир вокруг. Чем больше людей вибрируют на одной и той же частоте энергии, тем большая вероятность формирования той реальности, которая их объединяет. Сейчас почувствуйте свое тело, закройте глаза. Сделайте плавный глубокий вдох, плавный глубокий выдох. Почувствуйте, как через нос проникает энергия. Вспомните через дыхание, что вы являетесь энергией, свободной, независимой. Ваше мышление определяет ваше положение в пространстве и времени. Вы направляетесь туда, где пространство резонирует с вашими убеждениями. В подсознании многих людей очень много негативных программ. Прямо сейчас они будут растворяться в энергии единства, света и любви. Осознайте свое присутствие. Сейчас почувствуйте мой голос просто энергией. Это всего лишь энергия. Не нужно напряженно думать, анализировать или взвешивать. Позвольте каждому слову проливаться свободно в вашем теле, освобождая его и наполняя. Позвольте каждому слову сформировать вокруг вас энергетическое высоковибрационное поле света, мира и любви. Каждый из вас обладает свободой выбора. Порой вам может казаться, что это сложно, потому что вас убедили в том, что вы не свободны. Вам показали, каков мир, и заставили жить в таком мире. Сейчас время увидеть новый мир. Мир Творца. Это возможно, когда вы чувствуете энергию. Когда вы с логики и тех убеждений, которым вас приучили, переходите на чувствование любви и вибрации тела, вы попадаете в реальный мир света и божества. В мир, который является истиной, ваш родной дом. Прямо сейчас расслабьте свою голову. И позвольте чувствовать сердцем энергию любви.
можете изменить этот мир, меняя себя. Делайте глубокий вдох и почувствуйте, как ваша голова становится легкой, ясной и чистой. Что бы ни происходило в мире, войдите вовнутрь своего внимания, своего тела и своей силы. Сделайте глубокий вдох и с выдохом расслабьте плечи. Расслабьте руки. Приятное расслабление окутывает грудную клетку. Сделайте глубокий вдох. А с выдохом почувствуйте, как все тревоги, все страхи покидают вас. Снова сделайте глубокий вдох животом. И с выдохом почувствуйте, как все страхи и тревоги покидают зону вашего живота и всего тела. Почувствуйте, как вся спина расслабляется. Почувствуйте, как расслабляются ваши бедра. Расслабляются ваши ноги. Приятная волна расслабления омывает волной ваши ноги, стопы. А сейчас делайте глубочайший вдох, так, словно вы вдыхаете всем своим телом, и с выдохом почувствуйте, как оно все ослабляется. Каждая клеточка расслабляется, каждый внутренний орган, все системы расслабляются. Потоки теплого, нежного, обволакивающего света. Почувствуйте, как вы начинаете изнутри светиться. Теплая энергия, мягкая, чистая. И все ваше тело начинает наполняться умиротворением. Вы чувствуете, что ваше внутреннее состояние и есть вы. Снаружи может что-то происходить, но не затрагивать вас. Внешние шумы приглушаются, а внутренний мир включается. И вы чувствуете свою внутреннюю силу. Вы чувствуете, как глубоко расслаблены, как никогда прежде. Ваша голова расслаблена, живот. Вы просто чувствуете энергию. Вы настолько доверяете силе света, которая вас оберегает. Сдайтесь этой светлой, чистой энергии. Пришло время расслабиться, наконец-то, за все годы жизни, столетия, сдавшись свету. Сейчас внутренним взором наблюдайте, как кристальный поток космической энергии спускается в ваше тело. Сначала проникает в голову, очищает ваш мозг, ваше подсознание и устаревшие программы растворяются. Очищается ваше зрение, ваше мышление. Ваш слух становится ясным и чистым. Очищается ваше горло, плечи, кристальная энергия заполняет ваши руки. А сейчас чистая кристальная энергия вливается в вашу грудную клетку. Вы делаете глубокий вдох. И с выдохом чувствуете тотальное освобождение от груза страданий, обид, страхов. Чувство незащищенности растворяется в огромном потоке кристально чистого света.
Сейчас обратите внимание на свое сердце. Представьте, как руки светящегося ангела берут ваше сердце и гладят его. Эти руки светятся кристальным светом, и ваше сердце оживает и расцветает. Представьте, как ваше сердце начинает светиться кристально чистым светом, и вы начинаете чувствовать вселенскую любовь. Эта любовь вызывает у вас чувство легкости, мира и покоя в душе. Представьте, как эта любовь начинает пронизывать ваше тело и напоминать вам, кто вы на самом деле. Почувствуйте, как эта любовь расширяется. И вы связываетесь со всей Вселенной, с планетой Земля, с ее сердцевиной. Вы связываетесь с космическими существами света, с ангелами. Вы связываетесь с самим Богом. Вы вспоминаете, что вы являетесь продолжением чистого сознания. И вы — отражение этого сознания. Почувствуйте безграничную, кристально чистую любовь в своем сердце. Возможно, вам хочется улыбнуться, потому что в душе становится очень тепло. Потому что любовь — это самая огромная, безграничная космическая сила, способная исцелять, трансформировать, возносить, воскрешать, очищать и освобождать каждого человека, кто обращает свой взор к свету. А сейчас представьте, как все ваше тело светится кристальной любовью, и вы являетесь проявлением этой любви. Вы на клеточном генетическом уровне вспоминаете, что вы и есть любовь Творца. Он вложил свои искры любви в тела людей. И прямо сейчас, когда каждый из вас осознает эту любовь в своем сердце, кристально чистую любовь, космическую, безграничную, свободную, самую могущественную, любовь со скоростью света, в которой нет препятствий. Любовь, которая является могущественной силой всей Вселенной. Единый язык для всех живых существ. Единственная истинная правда. Почувствуйте любовь всем сердцем. И осознайте, что у любви нет времени. Каждый из вас, кто прослушивает данную медитацию, находится в одно и то же время. Представьте, что все слушатели данной медитации и даже те, кто находится в поле этой медитации, объединяются в сердце любовью. Почувствуйте, как велика эта любовь единства всех людей. Почувствуйте родство с каждым другим человеком. Представьте, что каждый житель планеты светится, и светитесь вы в самом ядре своего сердца. Представьте, как все люди Земли — это чистые души. Представьте, как все эти души, все эти люди соединены космической божественной энергией. Все эти люди одинаковы, хотя имеют разнообразные функции характера. Взять, к примеру, одно дерево. На нем миллионы листьев. Но они являются все частью дерева. Так и вы, люди, являетесь
частью одного сознания, сознания Творца. Творец создал всех людей, чтобы они проявляли самые высшие и красивые качества его сознания. Это сознание желает проявления через тело человека. И когда вы осознаете присутствие в себе этого сознания, вам становится очень спокойно. Вы под защитой, вы в потоке света, вы в любви. Это любовь самая большая. Это любовь вселенского масштаба. Почувствуйте еще глубже ее в своем сердце. Она проявленная здесь и сейчас, в этот момент в вас. И активизирует в вас ваше сознание, ваше присутствие. Вы есть любовь. Почувствуйте себя проявленной любовью. А любовь — это свет. И любовь — это сила. А сейчас осознайте свою могущественность, свою огромную силу, которая заключена в энергии любви в вашем теле и в вашем сознании. Представьте, как каждый из вас соединяется и расширяется. Почувствуйте, как поле вашей световой энергии становится шире и шире. Как ваша световая энергия расширяется от вашего тела, выходит за пределы вашего дома, города, страны и планеты. Как ваша сила любви и вашего сознания достигает безграничности. Почувствуйте, как данная сила пульсирует во всех вас. Когда вы объединяетесь в одной и той же силе любви, возникает фейерверк света. Огромный поток света высвобождается и сеется по всей планете Земля, заполняет каждый уголок планеты, исцеляет Землю, создает такую энергию, которая предотвращает и растворяет низкие вибрации, невзгод, страхов и паники. Могущественная сила вашего сознания и любви безгранична. Чтобы она была максимально проявлена, ваша задача каждый день прослушивать эту медитацию и чувствовать любовь, визуализировать объединение света с каждым другим человеком. Если вам страшно или плохо, включайте эту медитацию и слушайте, чтобы менять свои вибрации. Осознайте свою силу. Почувствуйте эту всеобъемлющую теплую любовь. Почувствуйте присутствие света, который всегда вам доступен. Ваш выбор фокусироваться на свете будет определять ваше будущее как светлое и чистое. И помните, что кроме прослушивания медитации, ваша задача также следить за своим мышлением и тем, как вы общаетесь с другими людьми, следить за мыслями и очищать свои физические тела, заботиться о своем питании, потому что оно влияет на вибрации вашего тела. Если вы хотите жить в новой реальности, тогда каждому человеку нужно взять ответственность за свой внутренний мир, ведь каждый внутренний мир очень сильно влияет на весь остальной мир. Высшие силы света и само сознание Творца призывает людей к пробуждению, к любви, единству и миру. Настало время перемен, и каждый из вас выбирает,
каком мире